The Australian Open is brought to you by BetAtHome.com. Life's a game. Kia, the power to surprise. Евроспорт России продолжает передачи на русском языке. Вас приветствует режиссер Алексей Царев, комментатор Борис Боровский. На ваших экранах участники последнего матча этого первого турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Австралии по теннису. Финал мужского одиночного разряда. Станислав Вавренко, Рафаэль Надаль. Финал. Финал этого турнира, который ждут с таким нетерпением заполнившие полностью трибуны арены имени Рода Лейвера. И вот на ваших экранах судья встречи. И мальчик, бросающий монеты в ожидании. Рафаэль Надаль. Рафаэль Надаль выиграл жребий. И вот начинается разминка. 13-й поединок между этими двумя спортсменами за их профессиональную карьеру. В 12 предыдущих матчах побеждал Рафаэль Надаль. И вот этот последний матч, который должен определить последнего победителя Australian Open 2014. Так называется этот турнир. Погода благоприятствует. 27 градусов. 17 километров в час скорость ветра. Ну, ветерочек есть, но не такой уже большой и сильный. И все же. Но вы только что слышали мнение двух авторитетов тенниса о предстоящем матче, а мы знакомимся с участниками. Станислав Вавренко, ему 28 лет, 51 победа, 23 поражения в прошлом сезоне, выиграл финал Мадрид, Хертегенбош, 22-8, это результаты встреч в Мельбурне, в прошлом году четвертый круг. И лучший результат до этого был четвертьфинал, а сейчас мы видим финал. Голубев 6-4, 4-1, отказ. Фала 6-3, 6-3, 6-7, 6-4. Поспешил, не вышел на корт против Вавренки. Затем Томми Робредо, Новак Джокович 5 сетов. И последняя встреча, которую проводил Вавренко здесь, это матч против Бердиха 4 сета. Рафаэль Надаль 75 побед, 7 поражений в прошлом сезоне. Выиграл US Open, Ролан Гаррос, Индиан Уэллс, Цинциннати, Монреаль, Рим, Мадрид, Барселона, Акапулько, Сан-Паула. 41 победа, 7 поражений здесь, в Мельбурне, в прошлом сезоне не играл. Но мы знаем, что Рафаэль Надаль выигрывал здесь, в Австралии, дважды. Это был 2009 год. А, один раз, прошу прощения, 2009 год. Всего лишь. Это второй раз, когда может Рафаэль Надаль стать победителем этого турнира. Но для Рафаэля Надаля этот матч очень и очень важен. Начать сезон с победы в «Большом шлеме» – это очень серьезная заявка вообще на «Большой шлем». То есть на 4 турнира подобного уровня за сезон, которые удавалось пока что только лишь одному. Карлос Рамос, арбитр из Португалии, будет проводить эту встречу. Очень опытный судья. И недаром арбитру, который проводит финал турнира «Большого шлема», получает награду. Ну, а идет разминка.
Ну, вы все слышали из уст Матса Виландера и Горана Иванишевича. Анабель Крафт, наш коллега, тоже принимала участие в обсуждении этого финала. Ну, трудно что-либо добавить к высказанному такими крупными специалистами, и трудно с чем-то не согласиться. Очень много будет зависеть, что уже, на мой взгляд, от того, как начнется встреча, потому что все-таки 12 поражений за карьеру, которая... Эта серия побед Надаля над Вавринкой началась в 2007 году здесь, кстати, на кортах Мельбурна, 6-2, 6-2, 6-2. Ни одного сета пока что у Надаля не выигрывал Вавринка. Это тоже с психологической точки зрения может сыграть определенную роль. Есть такое выражение в спорте — клиент. Так вот, Вавринка клиент Рафаэля Надаля, но нельзя не учитывать тот факт, что Вавренко очень прибавил в концовке прошлого сезона и особенно очень здорово показал себя в этом. Достаточно сказать, что последние два матча, которые провел Вавренко здесь, это встреча против Новака Джоковича, матч, продолжавшийся 4 часа, против Бердиха 6-3, и затем 3 тайбрейка и 3 часа 31 минута продолжался этот поединок. Что касается Рафаэля Надаля, у него было два матча, которые длились больше 3 часов. Кенни Шикори 7-6, 7-5, 7-6. Два тайбрейка, которых выигрывал испанец. И против Григора Димитрова. Здесь тоже два тайбрейка. И оба тайбрейка выиграл Рафаэль Надаль 7-3, 9-7. То есть все могло там, там как на качелях все висело. Но вот Надаль тем и силен, что психологическая устойчивость этого теннисиста столь велика. Техника выполнения ударов по отскочившему мячу, колоссальное вращение, которое он придает, выполняя удары, и потом еще, несмотря на сильное вращение и скорость полета мяча поступательная, тоже очень высока, играет свою роль. Но, а как мы слышали с вами из уст Иванишевича, и не противоречил ему Матс Виландер, удар с форхенда и бэкхенд у Вавринки очень хорош. И поэтому скорость полета мяча велика. И бэкхенд особенно может, конечно, доставить немало хлопот испанцу. А также и подача. Станислав Вавренко на ваших экранах против Рафаэля Надаля. Последний матч сегодняшнего игрового дня, последнего в открытом чемпионате. В открытом чемпионате Австралии по теннису, первом турнире сезона 2014 года по теннису в мужском одиночном разряде. Ну, все готовы, все готово, и публика готова к тому, чтобы начать наблюдать за этим поединком. Рафаэль Надаль. Похоже, по всему, Рафаэль Надаль выбрал прием подачи. Потому что жребий выиграл он. И выбрал прием подачи. Ну, это достаточно частый выбор. И, по всей вероятности, можно предположить, что решил попытаться сразу же зацепить подачу Вавринки, а если нет, то войти в игру. Пятнадцать ноль.
Но вот судя по этому первому сыгранному эпизоду, уже видно, как настроены, на какую борьбу оба. Ждет вот этих неожиданных ответов испанца, теннисиста Швейцарии. 30-0. Касание сетки было. Первая подача. Смотрите, как принял здорово подачу Вавринки. Надаль, несмотря на касание сетки, но оно было так столь минимальным, что только прибор может его определить. И вот еще Кассии хотел сейчас выполнить первую подачу. Стан. Аут. 30-15. Сорок пятнадцать. Вторая подача. Касание сетки. Гейм выиграл Вавренко. Без проблем, без особых трудностей. Ждем первый гейм на подаче Надаля. Посмотрим, чем ответят испанцы. Аут. Небольшой по длине. 15-0. 161 километр в час. Скорость полета мяча после подачи Надаля. Первым мячом подает. За счет уменьшения скорости полета мяча. Аут. 30-0.
Let for serve. Под ноль выигрывает свою подачу. Надаль очень аккуратно, очень внимательно выполнял первую подачу Рафа, понимая, что со второй подачи соперник может начать мощную атаку. Поэтому не рисковал Надаль и все время попадал, старался подать первым мячом. Род Левер на ваших экранах. Вторая подача. Ну вот первый удачно выполненный удар задней линии на вылет исполнил швейцарец. 15-0. Здорово. В очередной раз, забежав под форхенд, очень неожиданно и быстро и близко к задней линии, выполнив обратный кросс, сыграл Вавренко. Не справился с этим ударом швейцарца Рафа. 30-0. Вторая подача. Скорость полета мяча высока, точность не соответствует ей. Сорок пятнадцать. Третий удар на вылет получился у Вавренки. Ну, второй на вылет, один, с которым не справился Рафаэль Надаль. Классно. А вот он и бэкхенд, знаменитый Вавренки. 2-1. Швейцарец впереди в первой партии. Возвращаемся к матчу Надаль-Вавренко. При счете 1-2. Испанец на корте. Бегом бежит на место, чтобы выполнять подачу. Поддерживаю себя вот в таком вот тонусе игровом. И посмотрим, как он будет подавать в этом гейме. В предыдущем практически все мячи, попав с первой попытки, лишил возможности соперника начинать атаку, не допуская ошибок. 1-2. Ноль пятнадцать. Ну, конечно, этот укороченный, который выполнил Надаль для скоростного
Вавринке не составлял большого труда, тем более высоко над сеткой поднял мяч, отскок высокий, подарил очко, можно сказать, швейцарцу, испанский теннисист, 0-15. Это говорит о том, что нервничает Надаль по 15-ти. Вторая подача. Ну вот посмотрим, как сейчас со второй подачи выполнены рафы будет разыгрывать это очко Вавренко. Никак. Двойная. Но это подтверждение только что высказанной мною мысли, что нервничает испанец. А вот Тони Надаль, дядя Рафы, его постоянный тренер, Рафа жаловался, что дядя всегда недоволен моей игрой, даже когда я побеждаю в очень серьезных матчах и крупных турнирах. Пятнадцать сорок. Двойной брейкпоинт у Вавренки. Видите, как неуверенно сыграл Рафа. И сетку закрывал как-то так. Не очень. Вторая подача. Выиграл гейм. Сделал брейк. Станислас Вавренко сделал брейк, взяв подачу Надаля. Счет становится 3-1. Впереди швейцарец. И в следующем гейме Стэн будет подавать. Ну и посмотрим, как будет получаться первая подача. Пора бы уже и начать выполнять эйсы. Если это получится Вавренке хотя бы разок в этом гейме, для него это будет большим подспорьем. Вторая подача. Перехитрил Надаль сейчас соперника. Видите, остался в левом углу, забегая под форхенд именно туда. Обратным кроссом послал мяч Стэн. Да, недоволен. Ну что ж, оппонирует Вавренке Надаль. А вот и подача прошла первая. Правда, не очень быстрая, 186 километров в час, но достаточная для того, чтобы ошибиться. Косо. По 15. А вот и эйс. 30-15. Одну подачу на вылет в этом гейме удалось выполнить.
Еще один эйс. Нет, касание сетки было. Повезло Расе. 30-15, первая подача. И все-таки второй эйс, молодец. 40-15 на подаче Вавренки. Один сет всего лишь проиграл на этом турнире Рафаэль Надаль. Первую партию в матче против Грегора Димитрова. 3-6, если я не ошибаюсь. Классно. Классно сыграл этот гейм швейцарец. 4-1 с одним брейком. Он впереди. Смена сторон. И в следующем гейме подавать будет Рафаэль Надаль. Возвращаемся на арену Рода Левера к матчу Надаль-Вавренко при счете 1-4. Испанец готовится выполнять подачу. Ну что? Больше ни одного гейма на своей подаче проигрывать в этой партии Надаль не имеет права. И так у него дефицит, ему нужно делать обратный брейк для того, чтобы пытаться сравнять счет. Пошел в атаку. Правда, короткий прием был, позволявший сыграть длинно, остро, глубоко и выйти к сетке, что и сделал Надаль, но свеча у Стэна не получилось. Здорово. 30-0. Не стал обводить низом почему-то Вавренко. Но, по всей вероятности, предполагая, что Рафа, выйдя к сетке, приблизится к ней вплотную. Вот смотрите сейчас. А нет, этот последний удар Надаля. А до этого, когда пошел к сетке Рафа, очередной мощный прием подачи Вавренки напугал Надаля. Опять подает очень аккуратно, не мощно, пытаясь первым мячом с боковым вращением во второй квадрат попасть. Классно. По моим подсчетам, это четвертый удар на вылет Вавренки. По 30. Третий бэкхенд на вылет. Еще один раз с форхенда попал, по-моему, на вылет Стэн. Вторая подача. Брейкпоинт. Пока что не получается игра у Надаля. 30-40. Пару раз он сыграл неожиданно остро, неожиданно для Вавренки. А вот уже пятый гейм мы с вами наблюдаем. И пока что преимущество, заметное превосходство у швейцарца. Брейкпоинт очередной. Здорово.
Здорово. Во второй квадрат с боковым вращением левша Надаль, используя именно это, этот фактор, сыграл очень остро. Уходящий мяч не дотянулся до него, чтобы избежать ошибки как следует. Вавренко ровно. Рисковал. Больше. Против хода играл. Попал бы в корт и мог выиграть очко. Геймбол у Надаля. Больше. Выиграл гейм Надаль, отыграв брейкпоинт, счет становится 4-2 и подача Станисласа Вавринки. Ну вот, у Надаля задача сверхнепростая. Пометуя о двух эйсах, сделанных в предыдущем гейме Вавринкой, ждет первую подачу швейцарца Надаль. Классно. 15-0. Постоянно меняя направление первой подачи. Вот видите, сейчас в линию боковую коридорную положил мяч Вавренко. Эйсы делает и через середину в первый квадрат нередко швейцарец. Блестящий. 30-0. 198 километров в час. Вот видите, средней силы подача Вавренки с выходом к сетке, неуверенный прием подачи Надаля, потому что в прыжке, еле доставая мяч, выполнял этот удар испанец. Вторая подача. Классно. Успевает. Успевает перемещаться по задней линии, забегая под форхенд. И в очередной раз пробивает на вылет Станислас. 40-15. Агрессивный, вместе с тем очень внимательно играет. Вот видите, 11 против 2. Просит видеоповтор, по-моему, Вавренко. Нет, аут был большой. Угадывал сейчас Надаль направление удара Вавренки. Еще не успел начать удар швейцарец, а Надаль сделал два шага влево. Вторая подача. Ну, при счете 40-0 имеет право попытаться вот так вот рискнуть, что и сделал Вавренко, но ошибка. А вот и ответ Надаля. Очень аккуратно нужно действовать против Надаля. Даже вот одна такая попытка, которая завершилась ошибкой Вавренки при счете 40-0, может дорого ему стоить. Терять концентрацию внимания ни на секунду нельзя против Надаля, выступая.
Не принимает подачу Вавренки Надаль. Счет становится 5-2. 5-2. Вавренка впереди в первой партии. Возвращаемся к матчу Надаль-Вавренка. И вот статистика к этому моменту. Два эйса у Вавренки, ни одной подачи на вылет у Надаля. Процент попадания первой подачи у Надаля 76, у Вавренки 43. Количество очков, набранных за счет своей активности, у швейцарца 11, у Надаля 3. Невынужденных ошибок всего на 2. Больше было допущено Станисласом Вавренкой. Ждем подачу Рафы. В прошлом гейме, если вы помните, был брейкпоинт у Вавренки. Новые мячи показывает Надаль. Пятнадцать ноль. Тридцать ноль. Двойная ошибка. Вторая двойная ошибка за матч. Вторая двойная ошибка у Надаля. 30-15. Первый эйс. Первый эйс у Надаля. Причем скорость полета мяча 154 километра в час. Ну, вот видите, с боковым вращением улетел мяч к рекламным щитам, не позволив даже коснуться ракеткой мяча Вавренки. 40-15. Аут. 5-3. 5-3. Вавренко готов подавать. Сорвал удар. Очень выгодная позиция была сейчас у Вавренки. Не попал центром струнной поверхности по мячу, и он, ударившись об обод, улетел туда, к публике. 0-15. Эйсы нужны. Вторая подача. Ноль тридцать. Рискнул Надаль. Со второго мяча пробил на вылет и приблизился к брейкпоинту Рафа. Ну, один из любимых ударов Надаля.
с форхенда вдоль коридора с боковым и верхним вращением. Вторая подача. Ни разу не попал первым мячом пока что в этом гейме, выполняя подачу, швейцарец. Сорок. Повезло Надалю. Когда пробивал с форхенда по линии Вавренко, мяч ударился о трос. Вот этот момент. Изменил скорость, что позволило Надалю сразу же из обороны перейти в атаку и выиграть очко. Тройной брейкпоинт у испанца. Ни разу не попал первую подачу в этом гейме Станислас. Пятнадцать сорок. 155 километров в час. Совсем не быстрая подача, и Рафа сделал ненужную ошибку. Видите, качает головой, понимая, что не имел он права сейчас допускать этого. Не справился с длиной Надаль. Пожалуй, даже предполагал, что мяч может не попасть в квадрат. Не хватило концентрации, внимания сейчас явно Надалю. Так что третий брейкпоинт. 30-40. Пытался очень быстро подать, и ошибка большая. Вот это да! Тройной брейкпоинт отыгрывает Вавренко. Ровно. Вот реакция Надаля на это. Реальный шанс был у Рафаэля Надаля сделать обратный брейк. Пока что не получилось. Но шанс еще остается. Первый сетбол. Первый сетбол у швейцарца. Четыре мяча проигрывает Надаль, допустив четыре ошибки подряд. Первый сетбол у Вавренки. И подачей на вылет очень яркую точку в этом сете поставил Станислас Вавренко. 6-3 выигрывает партию, 37 минуты затратив на это. Возвращаемся на арену Рода Левера. В Мельбурне продолжается финал мужского одиночного разряда. Вавренко на ваших экранах, Надаль сейчас будет выполнять подачу. 6-3 Вавренко выиграл впервые сет у Надаля за 13 матчей. Это 13-й. В 12 предыдущих ни одного сета не выиграл Вавренко у испанца. Ну вот и Вавренко
показал, что он умеет обороняться, и замечательно. После 22 ударов, исполненных в этом игровом эпизоде, набирать очки, несмотря вот на этот неудачный для себя сыгранный удар Надаль концом ракетки, но вот за счет этого сумасшедшего вращения все-таки оставил мяч в корте испанец, но сумел его забить Вавренко. 0-15. Классно. 0-30. Повисает гейм у Рафы. Очередной удар на вылет. Теперь забегая под форхенд. Выполняет Вавренко. Сорок. Тройной брейкпоинт. Все время держит напряжение Надаля швейцарец. Ну вот вы видели сейчас дядю Рафы, Тони Надаля, который поддерживает племянника и подопечного, настраивая его на продолжение борьбы. Просит не затягивать подачу Рафа. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это да! Прием подачи на вылет удается Вавренке. И с первого же брейкпоинта выигрывает подачу испанца в первом гейме второго сета. Швейцарец 1-0 выходит Станислас вперед. И сейчас... После смены сторон будет подавать. Смотрите, какой роскошный прием подачи. Ну что ж, есть о чем задуматься Рафаэлю Надалю. Нужно что-то менять, что-то предлагать иное, что давало возможность Рафаэлю Надалю в предыдущих матчах побеждать, потому что сейчас пока что все идет, ну, не так, как, видимо, задумывал он и его дядя. Процент попадания первым мячом пока что очень невысока у Станисласа Вавренки. Если начнет еще попадать первую подачу, то да. 217 километров в час. Очередной эйс у Станисласа Вавренки. Четвертая подача на вылет у него. Вторая подача. Аут. Просит видеоповтор Надаль или нет? Мне показалось, что он поднял руку. Нет. Полностью доверяя арбитрам. 30-0. Сорок ноль. Седьмое очко подряд в этом только сете выиграл Вавренко. А если учитывать, что было еще 5 в предыдущем, то это 12-й мяч подряд. Вот прервался серия выигранных очков. 40-15.
прямо в живот принял подачу Надаль, поэтому было не так просто обработать, выполняя удар с лета. Чуть-чуть не попал. 40-30. На вылет пробивал. Не повезло немножко Вавренке. Третий геймбол у швейцарца. Вот он, главный приз, переходящий приз. Хорошая подача, очень уверенный выход к сетке. И выигрывает второй гейм подряд. С одним брейком во втором сете Вавренко. 2-0. И ждем подачу испанца. 0-2. Рафа будет вводить мяч в игру. ...65% попадания первым мячом. А нет, извините, реализация первой подачи. Касание сетки. Опять чуть-чуть не попал. Небольшая, вот, сантиметров 10, не больше. Пятнадцать ноль. По 15. Опасается вот этих мощных ударов в задней линии Вавренки Рафаэль Надаль. Старается играть как можно длиннее для того, чтобы обезопасить себя от очередного удара на вылет. Вторая подача. Чуть-чуть не попал. В очередной раз. Какие-то сантиметры. Вот сейчас нам покажут с вами повтор. Обратите внимание. Пол мяча. Тридцать пятнадцать. Сорок пятнадцать. Не успел отойти от мяча. Сейчас Вавренко, принимая вторую подачу. Вот в весе. Перышко какое-то вот. Ребятишки почему-то не убирают. Мяч попадет, и отскок будет неверный. Сорок тридцать. Что-то со спиной показывает Надаль.
Аут. Ровно. Было 40-15. Опять проблема у Надаля в гейме на собственной подаче. Скорость полета мяча после второй подачи была 128 км в час. И опять небольшой аут. Опять где-то сантиметров 7-10. Разделяет место падения мяча от боковой коридорной линии. Вот. Команда Рафаэля Надаля. Тренер, отец. Гейм выиграл Надаль. Выиграл первый гейм во второй партии, сократив отставание в счете 2-1. Станислав Вавринка впереди во второй партии. Надаль покинул корт, взяв медицинский перерыв. Ну, в общем-то, это и... Я не сомневаюсь в том, что на самом деле какие-то проблемы появились у Рафаэля Надаля, и требуется помощь специалистов. Ну и вместе с тем, вот это очень своевременно взятый медицинский перерыв для того, чтобы как-то сбить вот этот самый ритм. Но Вавренко ничего не может поделать с этим. Правила позволяют. Именно эту проблему и обсуждают. Карлос Рамос. И вот мы видим супервайзер, которого... Вот он пошел для того, чтобы проверить и поторопить специалистов, потому что 3 минуты дается на медицинский перерыв для того, чтобы не... затягивать вот эту вот процедуру помощи испанцу. Вавренко считает, что правила должны быть одинаковые для всех. Ну, сейчас, по-моему, насколько я понимаю, Вавренко общается с арбитром на вышке, не понимая, почему Надалю нужно было покидать корт. И вот сейчас объявил арбитр, что взят медицинский перерыв, почему Надаль покинул корт. Недоволен тем, что покинул корт Надаль. Вавренко. Зовет супервайзера, по-моему, к себе. Ну вот я говорил о том, что очень своевременно взял тайм-аут
медицинский перерыв Рафаэль Надаль. Он, видите, он заставил нервничать сейчас Вавренко, что, конечно, на руку Надалю. Выводит из себя соперника вот именно этим. Ну и, конечно, то, что он покинул корт. Что это за такая необходимость была физиотерапевту уводить Надаля в подтрибунные помещения, а тем самым, значит, увеличивать время медицинского перерыва. Оно явно уже превышает 3 минуты. Они прошли. Ну, видите, и Вавренко готовится уже к тому, что... что в следующем гейме выполнять подачу, не остыть, а это очень важно. Сделал брейк Вавренко, а Надаля еще на площадке нет. Ну, в общем-то, это не характерно для испанца. Вот такие. Вот видите, освистывают Надаля, публика. Но вот сейчас самое главное для Станисласа Вавринки выиграть этот гейм на своей подаче. Не дать возможности Надалю сделать обратный брейк. Видите, как освистывают испанца публика, понимая очень тонко, что происходит на корте, и солидарно с Вавринкой. Ну что ж, будет продолжаться матч. Просят успокоиться публику. 15-0. Видите, какие аплодисменты в поддержку швейцарца. Так что немножко завел зрителей Надаль вот этим вот своим, ну, как считает Вавренко, неоправданным. Молодец. 30-0. Это пятая подача на вылет у Станисласа. Сорок ноль. Не привык Надаль, когда вот так вот относятся зрители по отношению к нему. Еще один эйс, третий. 3-1. Впереди Вавренко. Как бы не снялся с этого финала Надаль. Вот то, как был сыгран вот этот гейм, дает основание предположить, что не исключена и такая возможность. Надаль готовится подавать. 1-3. Ноль 15. Не бежит за мячом. Очень подозрительно. По 15. Ну вот нельзя сейчас разваливаться во Вавренке. Нельзя обращать внимание на происходящее, на действия соперника. То, что мы помним, такие случаи, правда, не в финалах турнира «Большого шлема» у мужчин, когда получивший травму соперник явно сбавляет обороты. Да.
15:30. Вторая подача. Пятнадцать сорок. Гей выигрывает Вавренко, и счет становится 4-1. 4-1, Станислас Вавренко впереди во второй партии с двумя брейками. Возвращаемся к матчу Надаль-Вавренко при счете 4-1. Подает Вавренко 15-0 с очередным эйсом. Это седьмая подача на вылет у швейцарца. Касание сетки. Первая подача. Восьмой эйс. 30-0. Сорок ноль. Не играет Надаль. В момент смены сторон мы видели, как вновь появился на корте физиотерапевт. Ну, видимо, пытался что-то еще сделать, помочь Надалю. 40-15, надбол. Сорок тридцать. Первую подачу должен подавать Вавренко. Ровно. Больше. Advantage. Вавренко. Пять один. Вавренко впереди во второй партии. Ждем подачу Рафаэля Надаля. Ну, сет доиграет Рафа точно. А вот начнет ли третью партию, сможет ли он это сделать или нет. Мы с вами увидим по завершении этого сета, какое решение примет испанец. Касание сетки. Первая подача.
Аут 15-0. По 15. Пятнадцать тридцать. Пятнадцать сорок. Двойной сетбол. Ну, вполне вероятно, я, в общем-то, не исключаю, что этот гейм может быть последним в этом финале. Тридцать сорок. Один сетбол отыгран. Прозевал, по-моему, сейчас Вавренко вот этот с подачи выход к сетке Надаля. Да и обводка была не слишком хорошо исполнена швейцарцем. Ровно. Yes. Третий сетбол. Advantage Вавренко. Ровно. Есть. Больше не знает, что делать Вавренко. Ну, я уже говорил, есть такой феномен против игрока, получившего травму. Играют и очень неудачно порой соперники. Ну вот опять мы видим, физиотерапевт появился. Возвращаемся к матчу Надаль-Вавренко при счете 5-2 во второй партии. Впереди теннисиста Швейцарии. В предыдущем гейме было 3 сетбола у Вавренки на подачу Надаля. Сумел Надаль все-таки этот гейм выиграть. И сейчас 5-2. Подает Вавренко. Надалю нужно выигрывать 4 гейма подряд. Один смог. Двойная ошибка первая у Вавренки. Вот то, о чем я только что говорил, что против больного или не лучшим образом себя чувствующего соперника играть могут не все в полную силу, потому что понимают, что вот это может быть последний гейм сыгран на этом турнире. И вот судя по тому, как вышел физиотерапевт, они о чем-то переговорили с арбитром, и вот жест подачи на вылет 30-15. Десятый эйс за матч. Ну, видите, Раф даже и шага не сделал в сторону, чтобы
40-15. Двойной сетбол. И мне вот, я воспринял жест физиотерапевта, который о чем-то поговорил с Карлосом Рамосом, что я воспринял, как это все, конец. Рафа идет, по-моему, благодарит Стена и приносит извинения. Посмотрим. Нет, нет, нет. Будет продолжать Рафаэль Надаль эту встречу, видимо, только для публики. PokerStars has more players than any other site, creating the biggest tournaments with the greatest prize pools. We are the richest online tournaments in the world. We are poker. What sport can deliver drama at its best, that's what we saw today. Question now, does he have any reserves? Does he have the power? Can he carry the speed? What a final. One of the best for many, many, many years. Murray's the champion again. Is it in? It is. Christopher! This is going to be. Like he has this time. Oh, here we go, Superman. Oh my goodness me! All sports, all emotions. That's 2014 on Eurosport. Футбольный карнавал все ближе. Что нам расскажет голландец Уэсли Снейдер? Каковы ожидания наставника сборной Ирана Карлоша Хейруша? Также вас ждут последние новости и репортажи из Бразилии. Бразилмания. Завтра на телеканале Евроспорт. Возвращаемся к матчу Надаль-Вавренко. Третий сет на подаче Надаля 0-30. Ну, я так думаю, что публика, которая пришла посмотреть этот матч, если Надаль бы снялся, даже проиграв два сета, из-за травмы, а я не сомневаюсь, что у испанца что-то такое произошло со спиной, потому что он боец и не из тех теннисистов, которые могут манкировать, что ли, своим здоровьем, показывая, что не все в порядке, а потом в какой-то момент, заиграв аут. 15-40. Двойной брейкпоинт. Да, конечно, последний финал Рафаэль Надаль здесь играл в 2012 году против Новака Джоковича. Я думаю, что многие помнят эту встречу. И то, как он проходил, это были 5 сетов. В пятой партии 7-5 выиграл Новак. И при... В момент награждения финалистов вынуждены были даже организаторы вынести стулья, потому что уже не было сил стоять. Ой-ой-ой.
ровно. Ну, потихонечку начинает, по-моему, прибавлять Надаль. Но это правда. Вавренко дает возможность ему играть с места. Отыграв два брейкпоинта, выходит вперед Рафа. Больше. Гейм выиграл испанец. 1-0. Повел Надаль. Смена сторон и ждем подачу швейцарского теннисиста. Явно потерял концентрацию и внимание Вавренко. И сейчас ему нужно быть очень и очень внимательным, потому что публика требует продолжения. И требует настоящего тенниса, какой они привыкли наблюдать в финале этого турнира. Если не может его показать Надаль, то хотя бы Вавренко должен, который близок, конечно, к тому, чтобы победить. Смотрит след падения мяча. Вавренко убеждается, что судьи правы. Вторая подача. Двойная. 0-30 на подаче Вавренки. В очередной раз мы видим, что прямо в руку Надали сыграл Вавренко, хотя левая сторона от Надали была абсолютно пуста. Подача на вылет, 12-я по счету за матч. Одно очко отыгрывает швейцарец. 15-30. Двойной брейкпоинт у Рафы. Тринадцатый эйс. 30-40. Брейк делает Надаль. 2-0. Испанец впереди с брейком. Причем в первом гейме был двойной брейкпоинт у Вавренки.
не смог реализовать это преимущество Вавренко. А сейчас Надаль подает 2-0. Развалился Вавренко. Достаточно ли этого состояния швейцарца для того, чтобы смог Рафаэль Надаль прийти в себя и аут 30-0. Ошибка следует за ошибкой у Вавренки. Тридцать пятнадцать по 30. Девяносто процентов попадания первой подачи Рафаэль Надаль подает очень медленно, видимо, просто не в силах по-иному ввести мяч в игру. Испанец. А Вавренко продолжает ошибаться. 40-30. Гейм третий подряд выигрывает Надаль. 3-0. 3-0. Надаль впереди в третьей партии. Возвращаемся на арену Рода Левера, где продолжается финал мужского одиночного разряда. Станислас Вавренко, вот он сейчас делает очередной эйс, 14-й по счету за матч. 0-3 уступает Вавренко Надалю в третьей партии. Два сета выиграл Станислас. Причем концовка второй партии проходила достаточно странным образом. Надаль стоял на месте, не мог шевельнуться и сделать шаг в сторону. Видимо, что-то его настолько беспокоит, что обычно играющий за каждое очко испанец просто отдавал мячи и подачу подавать не мог, и двигаться не мог. Так что несколько странно протекает вот этот финал после первой партии, которая была по-настоящему боевой до определенного момента. И вот сейчас Вавренко подает и борется за первый гейм в третьей партии. Сорок тридцать. Потерял концентрацию, внимание Вавренко явно, не будучи готовой вот к такому, что сейчас демонстрирует Надаль и что приходится ему делать. 16-й эйс у Вавренки. 3-1. Надаль впереди. Количество ошибок у Вавренки 10 в этом гейме уже. У Надали всего лишь 3. Надаль подает. Ноль пятнадцать на подаче Надаль.
Тяжело. Видно, что очень тяжело сделать даже пару шагов в сторону Надалю. Я не говорю уже о подаче, которую он подает очень и очень медленно. С места играет здорово. По 15. 15-0. Видите, играет через середину Вавренко из места. Очень остро отвечает Надаль. Вот уже который раз мы видим, что не может справиться с ударами Надали Вавренко. А Надаль кладет в очередной раз близко к боковой линии мяч, выполняя бэкхенд на сей раз. 30-15. Ну что ж, мы видим, что даже на одной ноге, если Вавренко не играет в полную силу, в состоянии Рафаэль Надаль составить ему конкуренцию. Ошибка очередная Вавренко, 40-15. Вот эти, как нервничает Вавренко, понимая, что он делает совершенно не то, что ему необходимо выполнять. Полностью отдал инициативу Надалю Вавренко. И Надаль выигрывает очередное очко, очередной гейм на собственной подаче. Счет становится 4-1 в его пользу в третьем сете. Ready to serve you with the power to surprise. Возвращаемся к матчу Надаль-Вавренко. Подача швейцарца 15-0. Как только играет близко к боковой линии, Надаль даже не бежит за мячом. Но, к сожалению, таких ударов на подаче Рафаэля Надаля мы не видели в исполнении Вавренки. А если учесть, что Вавренко проиграл один гейм на своей подаче, то не исключено, что такое большое количество ошибок Вавренки, которые он сейчас допускает, но, видимо, уже 13 было против 4 у Надаля, то это дает возможность предположить, что этот сет может ведь и не выиграть Станислас Вавренко. Опять в руки Надалю играет. Явно расслабил соперника Надаль вот этим своим состоянием, будем так говорить. Потерял концентрацию внимания Станислас Вавренко. И вот сможет ли и когда восстановить аут по 30? Все в руках Станислава Вавренки. Сможет он восстановиться или нет? Сможет ли заиграть так, как он действовал
Смотрите, подача косая, открыт корт. Следующий удар на вылет. Рафа даже не бежит. Вот это то, что должен делать Вавренко. А точность пропала. Гей выигрывает швейцарец. 4-2. Надаль впереди в третьей партии. И подача Надаля. Ну вот сейчас подача Надаля. Мяч летит со скоростью, не превышающей 170 км в час. То есть скорость полета мяча, дающая реальную возможность швейцарцу играть активно, остро, что может позволить ему сделать обратный брейк. Опять в середину играет. В середину. Забегал Надаль. Аут. Неудачно подошел к мячу. 0-15. Магнус Норман видит, все понимает, так же, как и находящиеся в ложе Рафаэль Надаля, члены его команды. Сорвал удар Вавренко, что опять же таки говорит о потере концентрации и внимания. Это характерный момент для этого состояния. Здорово. Ну вот это, по-моему, первый вот такой вот удар достойный Станислава Вавренки, который должен исполнять швейцарец для того, чтобы победить Надаля, вне зависимости от его состояния. 15-30. По 30. Аут. Гейм Надаль выиграл. 5-2. 5-2 впереди испанец в третьем сете. Возвращаемся к матчу. Рафаэль Надаль, Станислав Вавренко. Вавренко уступает 2-5. Его подача 15-0. Сорок ноль. 17-й эйс. Пять-три. Агаси впереди. Надаль впереди. И ждем подачу
испанского теннисиста. Ну что, выиграет партию? Или же сделает обратный брейк? Сумеет взять себя в руки и... Очень важно начало этого гейма. Новым мячом подает Надаль. Ноль пятнадцать. По 15 начинает нервничать. Начинает нервничать. Пятнадцать сорок. Двойной брейкпоинт у Вавренки. Судья просит успокоиться зрителей. Тридцать сорок. Ровно. Нервничает команда швейцарца. Касание сетки. Первая подача. Второй гейм, когда на подаче Надали в этой партии было 15-40. Вот сравнивается счет. Правда, в первом гейме было, если не ошибаюсь, 3 брейкпоинта у Вавренки. Сетбол у Надаля. Судя по тому, что происходит на корте, судя по тому, как сломалась игра Вавренки, Надаль будет продолжать этот матч. Ровно отыграл сетбол Вавренко. Ну, сейчас мы видим, что первый раз сбегал вот за этим мячом Рафа.
Ну, вроде бы как не так быстро, как всегда. Не с той стремительностью, которая присуща, когда он выполняет такие рывки. Второй сетбол. А вот мы видим, как уже наготове физиотерапевт. Он готов выйти на корт. Да, сет выигрывает Надаль со счетом 6-3. Счет в партиях становится 2-1. И четвертую партию ждем с вами. Матч продолжается. Продолжается финал Надаль-Вавренко. 2-1 по сетам теннисисты Швейцарии. Ведет в партиях 6-3, 6-2, 3-6. Первый гейм четвертой партии подает Вавренко. Ну, сейчас Станисласу Вавренко главное не отдать свою подачу. Потому что мы видели, что в предыдущем сете был момент, когда еще полностью не пришел в себя Станислас Вавренко. Хотя уже проблески его игры, которая могла принести ему успех, и дала возможность, попав в корт, 30-0. Дала возможность выиграть первую партию, где была борьба. Борьба по-настоящему проистекала. Один брейк сделал Вавренко. Это позволило ему со счетом 6-3 взять первую партию. Потом игры как таковой мы не видели, потому что Надаль стоял на месте, не двигался. Из середины корта ни вправо, ни влево на два шага. После чего, вот видите, тянется. Обычно подходит к такому мячу 40-0. Да, безусловно, какая-то серьезная травма, полученная им, не дает ему возможность играть в полную силу, даже в полсилы, но... Вот это состояние Надаль, она так расслабила Вавренко, что он... Ну вот второй очко выиграл Вавренко за счет тех ударов, которые приносят ему, как правило, успех. А вообще, если Вавренко выиграет, то это будет, то он будет первым, кому удалось победить первого и второго сеянного на этом турнире. Турнире вообще большого шлема со времен Серхи Бругейра. Это было в 93-м году на кортах Ролан-Гаррос. До этого такое случалось всего лишь 8 раз. Смотрите, побежал Надаль, побежал. Пытается он все-таки как-то прийти в себя. В 75-м году на US Open Арантес обыграл Виласа и Конорса. В 76-м году Эдмонсон переиграл Розуэлла и Никомба. В 83-м году Матс Виландер обыграл Макенроя и Лендла. В 85-м Виландер повторил такой успех, опять же обыграв тех же соперников. В 90-м году в Уимблдоне Эдберг обыграл Лендла и Беккера. В 91-м Штих обыграл Эдберга и Беккера. И в 93-м году Бругейр, о чем мы говорили, переиграл Сампраса и Курье. С места. Опять с места играет Надаль, но на сей раз ошибся. По 15.
15-30. В очередной раз очень неудачно подходит к мячу Рафа. Касание сетки. С ошибкой сейчас принял подачу Вавринка. Касание сетки было, поэтому переигрывается очко. Но, в принципе, очередная ошибка швейцарца была с приемом подачи. Вторая подача. Может, и двойную сделать Надаль. Нет. Нет. Все-таки старается. Бежит. Бежит. Ну вот и начал двигаться Вавренко. 15-40 на подаче Надаля. Не хватает скорости Надалю пока что. Он пытается догнать, отразить атаку Вавренки. Ему удается вернуть мяч на сторону швейцарца, но недостаточно опасно, чтобы Вавренко мог ошибиться. Вторая подача. Тридцать сорок. Ну что ж, мы видели уже в предыдущем сете, когда на подаче Надаля было дважды по 15-40, и ни разу Вавренко не мог сделать брейк. И, собственно говоря, проиграв единую же свою подачу, вот и упустил партию. Ровно. Первый раз после длительного перерыва очень неплохо попал первым мячом Рафа. По скорости полета мяча. Не может никак собраться Вавренко. Смотрите, сколько ошибок. Больше на подаче Надаль. Если дело дойдет до пятого сета, можно не сомневаться, что Надаль воспрянет. Гейм выигрывает Надаль. 15-40 было на его подаче. Не смог реализовать это преимущество Вавренко. И Надаль сравнял счет по одному. Вавренко подает. Пятнадцать ноль. Ну вот немножечко как-то ожил тренер Рафа, его дядя Тони Надаль. Видите, стал реагировать, даже что-то подсказывает Рафе. И вот Рафа задвигался на приеме подачи, почувствовал, что даже в таком состоянии есть еще у него шансы побороться за то, чтобы довести дело до решающего сета, по крайней мере. По 15-ти. Тридцать пятнадцать. 40-15. Ну, сейчас все здорово сделал Вавренко.
Особенно после того, как очень неудачно принял подачу Надаль. Подача хороша у Вавринки. 208 километров в час летел мяч, но касание сетки. Все удачно сделал Вавренко. Начинает постепенно, по-моему, возвращаться в игру Станислас Вавренко. 2-1 он. Тянемся к матчу Вавренко-Надаль. При счете 1-2 ждем подачу испанца. Но Вавренко пытается привести себя в боевое состояние для того, чтобы играть так, чтобы не оставалось шансов у Надали. Вот пребывая в не лучших физических кондициях. Нет, не принимает подачу Раф Вавренко. 167 километров в час. Представительница слабого пола подает порой быстрее лидеры рейтинга WTA. И не принимает такую подачу Надали Вавренко. Что значит потеря концентрации внимания? Ошибка очередная. В простой ситуации посылает мяч далеко в аут швейцарец. Просит видеоповтор Надаль. Ну что ж, на самом деле была вот, или же это только лишь желание испанца. Посмотрим. Да, действительно был аут. 40-0. Вторая подача. Вот видите, уже 180 километров в час скорость полета мяча после первой подачи испанского теннисиста. Так что начинает он потихонечку оживать. Или, по крайней мере, если в какой-то момент казалось, что он был готов прекратить борьбу, то сейчас, после того, как он выиграл третью партию, вернее, проиграл ее, можно так сказать, Станислас Вавренко, как бы потеряв концентрацию внимания, поддавшись вот этому поведению Рафаэля Надаля, связанного с его, безусловно, травмой. 40-30. Аут. Гейм Надаль выигрывает по 2. Смотрите, какие ошибки. Не готов. Явно совершенно никак не может настроиться на продолжение матча, исключив вот такие вот грубые ошибки и начав действовать очень остро и неожиданно для Рафы. Подача пока что. Вот единственное, что получается у Вавренки. А Рафа выигрывает очко. 0-15 на подаче Вавренки. Ну что, сейчас будет бороться за брейк. Если, конечно, не начнет здорово подавать швейцарец. Эйс. По 15, 211 километров в час.
30-15, 215 километров в час. По-моему, 19-й эйс. Сорок пятнадцать. Аут. Гейм выигрывает Вавренко. И счет становится 3-2. Станислас вновь впереди в четвертом сете. То, что сейчас происходит на корте, то, что мы сейчас видим, если не зная бойцовский характер Надаля, его стремление биться за каждое очко, можно было считать тактическим ходом. Ведь задача Надаля – сломать игру соперника и сделать все, что для него удобно и выгодно. И вот сейчас происходит именно это. То есть тот теннис, который позволял Станиславу Вавренке выиграть первую партию, повести во втором 2-0. А вот видите, таблетку какую-то принимает Рафаэль Надаль. Вполне возможно, что какой-то обезболивающий препарат, который может ему все-таки помочь продолжить борьбу в этом сете. Ну и вот мы видим сейчас налицо, что игра Станисласа Вавренки совсем не походит на тот теннис, который он демонстрировал в первой партии, что, собственно говоря, Надалю бы и нужно. Ждем подачу Рафы. 2-3. Но такими способами я, например, не видел ни разу, чтобы побеждал соперников Надаль. Ноль пятнадцать. Ну, вот сейчас мы видели, что резанный удар Вавренки длинный, не смог обработать этот мяч Надаль. Вот это да! Из середины корта не забил такой простой мяч Вавренко. Вот это как раз говорит о том, что никак не может войти в игру. Рот Лейвер сидит, наблюдая за этим матчем. И интересно, ну, никаких эмоций на его лице. Аут. 15-30 на подаче Рафы. Два часа 10 минут продолжается матч, из которых первые 40 минут только были, ну, по-настоящему боевыми. Опять 15-40. Опять двойной брейкпоинт у Вавренки. Это, по-моему, четвертый гейм
начиная со второй партии, когда такое преимущество на подаче Надаля получает Вавренко. В трех предыдущих геймах удача сопутствовала Надалю. И все-таки делает эйс. Выигрывает гейм на подаче Надали Вавренко. Счет становится 4-2. Он уходит в отрыв. И сейчас подача швейцарского теннисиста. Если выиграет Вавренко этот гейм и сделает счет 5-2, то он приблизится к победе. По крайней мере, шансы выиграть этот сет у него будут очень хорошими. Для этого нужно хорошо подавать. 0-15 в очередной раз из середины корта ошибается, пытаясь пробить на вылет Вавренко. 0-15. Очередная простая ошибка в исполнении швейцарца. В очередной раз в руку Надали играет Вавренко. 0-30. Повисает гейм на его подаче. Сорвал удар. 0-40. Тройной брейкпоинт у Надаля. Такое впечатление, что не очень внимательно смотрит на сторону соперника, что делает Надаль, Вавренко. И не видит те свободные части корта, которые... Аут. Обратный брейк делает Надаль. 4-3. 4-3. Впереди Вавренко в четвертом сете. Возвращаемся к матчу Надаль-Вавренко. 3-4. Испанец готов подавать. Только что сделал обратный брейк. И возможность сравнять счет появляется у Надаля, если он выиграет в очередной раз свою подачу. 15-0. Я думаю, мало кто ожидал, что подобным образом будет проходить этот финал. Но и публика, которая, конечно, привыкла к иной игре у мужчин в последнем матче одиночного турнира. С одной стороны, я так понимаю, что разочарованы. Нет той красоты и того, и демонстрации того мастерства, который, как правило, участники финалов. Начинает двигаться Надаль. Но пока что не так быстро и не так шустро, как мы привыкли видеть в его
исполнение, но все-таки это не... Это не концовка второй партии и не начало третьего сета. Но мы видим, что очень тяжело Рафе. И он прикладывает неимоверные усилия для того, чтобы... 15-40. Опять на подаче Надали 15-40. Не дошел до сетки, сгибается с большим трудом. Обратите внимание, если покажут повтор, как он пытается играть с лета, принимая обводку. Вот, видите, с большим трудом согнулся. А уж что до того, чтобы обработать мяч, уже не было и говорить не приходится. И все-таки делает еще один брейк Вавренко. Выигрывает еще один гейм на подаче Надали. Счет становится 5-3 в четвертой партии. Швейцарец вновь впереди с отрывом. И следующий гейм на его подаче. И этот гейм в случае удачного выполнения подачи первым мячом может принести Вавренко победу. Вот видите, он показывает, что все отсюда идет, все от головы. Ну и обратите внимание на выражение лица испанского теннисиста. Нам, к сожалению, ну, показывают вот главные приз, не показывают, на что так реагирует публика. 15-0 на подаче Вавренки. 3 очка отделяют теннисиста из Швейцарии от победы. Thank you. 192 километра. С такой скоростью летел мяч. Очень точно. Не попал первую подачу Вавренко. Вот, по-моему, сейчас просто решил напугать Надаля вот этим своим выдвижением вперед после второй подачи Вавренко. Ему это удалось. По крайней мере, не справился с этой подачей не быстрой. Рафа 30-0. 222 километра в час. Такая скорость полета мяча была вот после этой последней подачи Станисласа. 40-0. Тройной матчбол у швейцарца. Вторая подача. Выиграл-таки Вавренко. Вымучил эту победу. 4 сета. 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Вавренко побеждает Надаля. Понимая, что победа, она, конечно, заслуженная, но вместе с тем, ну, нельзя сказать, что она неполноценная. Но вот это вот состояние Рафаэля Надаля, Надаль, который не может бежать, Надаль, который не может подавать, это, конечно, половина Надаля. Но, тем не менее, победитель, новый победитель открытого чемпионата Австралии, победитель Australian Open 2014 года определен. Им стал швейцарец Станислас Вавренко. Хочу повторить для тех, кто не слышал, что он первым
кому удалось обыграть по ходу турнира первого и второго сейнова на турнирах «Большого шлема» со времен Серхи Бругейра. Это было в 93-м году на кортах «Ролан-Гаррос» в Париже. До этого случалось подобное 8 раз. Первый в 75-м году на US Open, когда Мануэль Арантес обыграл второго сейнова Гильермо Виласа в полуфинале и в финале Джимми Коннорса. И вот видите, благодарность Вавринки членам своей команды. Естественная реакция нормального человека. Ну что ж, наше поздравление Вавринке. Да, финал не удался. То есть он по напряжению, потому как развивался, особенно конец его, было очень все любопытно, но не более того. Качество игры и того, и другого после первого сета оставляло желать лучшего. Ну вот мы видим, Вавринку поздравляют члены судейской коллегии. Он благодарит публику за поддержку, за внимание, которое было оказано зрительской аудитории к нему, а значит и ко всему турниру. Трибуны заполнены до отказа. И он побеждает первый раз после 12 проигранных матчей Рафаэлю Надалю. Первый раз он выиграл первый сет в этом поединке у Рафы. В 12 предыдущих встречах ни одной партии не удавалось ему выиграть. Но вот вы видите, как Рафа поздравляет Стена. Понимая, что для него значит сегодняшний день в его карьере, ну и... Стэн, конечно, понимает состояние испанца, который мог бы отказаться от продолжения борьбы, но так как он боец и так как он уважает очень зрителей, которые пришли посмотреть на него в этот час на арену Рода Лейвера, а также всех тех, кто собрался у телевизионных экранов, чтобы понаслаждаться финалом US Open 2014 года, он не прекратил матч и довел его до конца, несмотря на свое, будем так говорить, неважное самочувствие. Что мы узнаем, наверное, позднее, после всяческих интервью, что произошло с Надалем, но видно было, что физически он не был в состоянии проводить этот матч на 100% здорово. Ну и вот, видите, опять Вавренко подошел к Надалю и поблагодарил его за финал. Ну и выразил, я не слышал, естественно, о чем они говорили, но не... Вот, видите этот момент, когда Рафа хватился за спину и после завершения этого гейма взял медицинский перерыв и покинул корт, уйдя в подтрибунное помещение. Обидно. Обидно, что мы не посмотрели полноценный по качеству игры финал. Ну, всякое бывает. Спорт есть спорт. И на сей раз Станисласу Вавринке в этом смысле повезло. Хотя трудно говорить о том, что это удача полноценная, но он победил на этом турнире. Он стал очередным победителем Australian Open. А вот мы видим, как сидит, естественно, расстроенный, обескураженный испанец, в карьере которого подобных эпизодов не было. Мы знаем о том, что Рафаэль Надаль много раз играл
в финалах, но подобного финала не было. Ну и вот мы видим с вами, как готовы к самой торжественной процедуре финалисты. Судья на вышке, который тоже будет награжден. Это очень большая честь и ответственность. Карлос Рамос, арбитр из Португалии, вот он справа крайний. Он сейчас будет первым принимать поздравления и награду от организаторов этого турнира. Ну, я так думаю, что Род Лейвер будет вручать главный приз, переходящий приз этого соревнования. Нет, вы знаете, не видно Лейвера. Да. Судья-информатор сейчас будет представлять лауреатов этого матча и этого турнира. Ladies and gentlemen, tennis has a new Grand Slam champion, but tonight I think it's это руководитель церемонии. There were two great champions on the court, Rafa Nadal and Stan Wawrinka. Ну вот, поздравляют и представляют участников этой церемонии, финалистов этого турнира. Надали Вавренко. Ну вот мы видим, что сейчас представляют Пит Сампрас. Вот кто будет награждать главным призом Род Лейвер на трибунах на сей раз. А поздравлять будет президент Федерации Австралии, представитель титульного спонсора, генерального спонсора, и Пит Сампрас. А вот директор чемпионата Маккиллан. Of Tennis Australia and the Australian Open, and I'd like to invite Mr. Thomas O to say a few words. Ну и вот представитель титульного спонсора. Gentlemen, I do believe both of you have demonstrated. President Kia Motors, Thomas O. Ну, я уверен, что оба спортсмена хотели победы, все мы следили за этим чемпионатом. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации турнира, а также всех, кто играет теннис в Австралии. Ну, естественно, тех, кто помог провести этот чемпионат. Ну, поблагодарить всех болельщиков, которые оказывали поддержку спортсменам. Я очень горжусь обоими финалистами. Ну, за их качество игры на протяжении этих двух недель спасибо им большое. А вот президент Федерации тенниса Австралии сейчас будет. Стив Хелли приветствует всех. Мы наблюдали фантастический теннис во время этих соревнований. Ну и благодаря вашей фантастической реакции на происходящее состоялся этот праздник, который, я считаю, один из лучших чемпионатов за последние годы. Мы с вами, фанаты, болельщики, увидели и на этот раз невероятный матч. Это был фантастический поединок. Нас смотрит более чем в 200 странах. Ну и спасибо вам за тот фон, который вы
который давал ощутить атмосферу этого турнира всем. Но обращаясь к участникам финала, ваша игра, которая показала ваше стремление во что бы то ни стало, несмотря ни на что, бить, смотрите, Раф сейчас, по-моему, заплачет, в отличие от Вавринки. Вавринка станет третьим в мире, как сказал президент Федерации тенниса Австралии, и первым за 20 последних лет, кто сумел победить первую и вторую ракетку сеянную. Ну и вот первая награда вручена арбитру этой встречи, Карлосу Рамосу, который проводил этот матч. Поздравления судье, естественно, мы услышали. Но он сейчас приглашает Надаля, который занимает первую строчку в рейтинге ATP, несмотря на не совсем удачную концовку этого для него турнира. Ну и его поздравляет и вручает приз как финалисту Пит Сампрас. Ну, сейчас слова Рафы. А Рот Левер, видите, фотографирует Надаля. Слово финалист. Добрый вечер. Я хочу, и мне нужно сказать большое спасибо сопернику. Я очень рад. Рад за тебя. У нас с тобой прекрасные отношения. И ты заслужил эту победу. Я тебя поздравляю. Второе, что я должен сказать, это спасибо организаторам и всем, кто приложил руку к проведению этого чемпионата. Отдельное спасибо спонсорам. Спасибо Kia, его руководителю, который здесь присутствует, одному из руководителей, который здесь присутствует. Большое спасибо директору этого турнира. Вот показывают нам от меня и от всех участников этого чемпионата. От имени всех участников чемпионата. Я благодарю мою команду, которая столько времени провела со мной, была здесь с первого до последнего розыгрыша мяча, дала возможность мне добраться до финала. Спасибо вам всем большое. Ну и самое последнее. Мне жаль заканчивать чемпионат подобным образом, но вы видели, что я старался. Но мое физическое состояние не позволило мне показать в конечном итоге то, на что я был способен. В прошлом году был сложный момент для меня, и я не смог сыграть здесь.
И все равно он был самым запоминающимся в моей карьере. И Рафа благодарит зрителей и говорит, что я надеюсь, что мы увидимся через 12 месяцев здесь же. Но проводящий церемонию благодарит Рафу, но и сейчас будет вызывать победителя этого турнира. Стэн первый за 20 лет. Кто победил Новака и Рафу? Первого и второго не только Сиенума, но и в рейтинге. И завтра он уже будет третьим в мире. Станислав Вавренко. И после, даже не трудно затрудняюсь сказать, какого перерыва Стэн Вавренко становится первым номером в Швейцарии. Ну вот поздравление от Пита Сампраса и вот этот главный приз, а сверху и конверт с тем, что заработал здесь, на этом турнире, Вавренко, и вот его речь. Hello, everybody. Всем приветствие. First, Rafa, I'm really sorry for you. I hope, you're back. He's gonna в первую очередь, Рафа, мне очень жаль. У тебя со спиной будет все в порядке. Ты отличный парень, отличный игрок, замечательный чемпион. Это отличное твое возвращение, которое состоялось. Мне было приятно играть с тобой. Я поздравляю твою команду с той работой, которую она провела. У нас с тобой действительно отличные отношения. Я думаю, что они не испортятся после сегодняшнего матча. Большое спасибо спонсорам, что сделали подобное событие возможным. Это первый чемпионат подобного уровня, который я выиграл, говорит Вавренко. Это огромное наслаждение играть здесь перед вами. В прошлом году я проиграл. Я был очень расстроен. Ну и это компенсация достойная, говорит Вавренко. Ну, Станислав также благодарит директора чемпионата. Он считает, что это лучший директор чемпионата. Он говорит, что это удивительно, что я могу играть здесь, и что у меня получилось это сделать на таком уровне. А потом я, конечно, хочу поблагодарить всех, кто мне помогал, членов моей команды. Все они не первый год со мной. Они со мной работают. И это они позволили мне добиться таких результатов. Я благодарю своих родителей. Но не все, те, кого я хотел бы видеть, присутствуют здесь. Хочу передать привет своей жене и дочери, к которым я вернусь через два дня. Ну и в конце концов хочу сказать огромную благодарность всем, кто собрался здесь и оказывали неоценимую поддержку мне на протяжении всего турнира. Я все время ее чувствовал. Спасибо вам огромное. Дамы и господа, ну вот мы видим с вами
представил еще одного чемпиона Australian Open, нового чемпиона этого турнира. И вот мы видим, сейчас будет фото на память всех, кто проводил награждение. Ну, видите, Сампрас общается с Надалем. Они, безусловно, понимают друг друга с полуслова. Оба проходили, извините за такое выражение, через все тернии. Ну и вот Сампрас еще раз благодарит Вавренку. И вот, видите, фото трех больших мастеров. Теперь уже можно сказать великих чемпионов. Вавренко, Сампрас и Надаль. Фото на память. Kia, the power to surprise.